Друзья, сегодня вами руководят социопаты. Как я уже говорила, злые дети, жадные, как Порошенко, глупые, как Кличко, абсолютно ведомые. Я не стесняюсь сейчас говорить достаточно такими категоричными определениями, потому что, я вам честно скажу, я никогда такого не видела. И за там почти 15 лет в журналистике я никогда не думала, что моей страной будут руководить такие люди. Я всех их знаю лично. Все они ходили к нам на эфиры, друзья.